Пивзавод – одно из старейших предприятий 63-го региона. На протяжении 140 лет его продукция заслужила награды и дипломы не только российского, но и международного уровней. Сейчас здесь производят больше 7 сортов пенного напитка со своей историей. Еще что радует? На сегодняшний день, если кто еще не знает, 140 лет – это не просто здание, а 140 лет беспрерывной работы предприятию по профилю. Аналогов таких не только в Самарской области, но и в Российской Федерации практически нет. Поздравить юбиляров в этот день приехал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Я от всей души поздравляю предприятие славной традиции, предприятие, которым мы гордимся и сегодня. И спасибо вам за то, что мы можем гордиться качеством вашей продукции. Бывая в разных городах нашей страны, всегда знаю, что этот бренд узнаваем. И за качество стыдно не будет. За многолетний и добросовестный труд дипломы и грамоты вручили сотрудникам предприятия. В церемонии награждения приняла участие глава города Елена Лапушкина. Я хочу пожелать вашему предприятию, конечно, стабильности, конечно, развития, новых рецептов, а всем здесь присутствующим здоровья, счастья, добра вам, вашим семьям и всему нашему региону и, конечно, городу. С праздником! За год на предприятии производится 700 миллионов литров пива. Работники завода продолжают сохранять традиции производства хмельного напитка. Здесь идут в ногу со временем, внедряют современные технологии и модернизируют оборудование. Андрей Горгуленко, Мария Илчан, Константин Головин. События.